Чердаклинском районе ведется завершающий этап строительства объектов водоснабжения. В прошлом году запитали чистой водой поселок Октябрьский. В настоящее время от него проводят водовод Дамирного и Чердаклов. Огромное значение имеет водовод для населения Чердаклинского района. Много лет люди жили с плохой водой. Даже многие не верили, что когда-то будет чистая вода. Вода, которая сейчас поступает в дома к жителям Мирного и Чердаклов, не соответствует нормам. В составе большое содержание железа и марганца, из-за чего вода имеет неприятный запах и цвет. Этой водой жители только моют посуду и стирают. Для приема внутрь используют бутилированную. Хочется, конечно, хорошую воду. Ждем. Но я не знаю, как сказать. Но вода вот как бы она течет нормальная, прозрачная, а потом она желтеет, как фурацилин добавили. Вот. Ну и воняет, канализация воняет, это невыносимо. Работы заключительного этапа начались 1 апреля и проводятся в соответствии с графиком. Общая протяженность нового водовода составит почти 24 километра. Как отмечают подрядчики, водовод долговечен, им можно будет пользоваться более 100 лет. Сейчас работы проводятся на одном из участков. Здесь установили трубы и проводят рекультивацию. Когда мы уже уложили и выполнили все скрытые работы, мы просто уже заравниваем чернозем плодовым слоем и будем вносить, соответственно, все документации, все удобрения в почву. Новый водовод запустят уже в этом году. Чистой артезианской водой будут обеспечены более 25 тысяч жителей. Общая сумма контракта за весь период составила 155,5 миллионов рублей. Работа проводится по федеральному проекту «Чистая вода», нацпроекта «Жилье» и «Городская среда». Кирилл Савосин, Герман Баранов, Управда ТВ.